Привет, страна! Проект «Поющие города» продолжает свое путешествие. Я бы даже сказала, триумфальное шествие по городам Могилевщины. Невзирая на капризы погоды, мы добрались до Быхова. Уверена, что наших конкурсантов тоже не остановит ни дождь, ни ветер, ни даже снег. Саша, слышишь? Что это такое? Конкурсанты уже начали прорубать себе дорогу к большой сцене. Тогда пойдем, им поможем. Пойдем. Всем привет, меня зовут Сергей, приехал сюда ради победы. Если друзья мои станут врагами и в суете продадут за пятак, я буду грызть эту землю зубами, я буду верить, что это не так. Ну понятно, в ноты вроде попадаешь, поешь. Многие начинающие артисты считают себя... что они все знают, как это добиваться, как это делать. Удивительно, что почему до сих пор это не сделали. И поэтому, если кто-то будет своевольничать, сказать, то мы на поводу не пойдем, а будет все-таки так, как мы решим. Чертовки, как играют, прям за душу берут, прям так и рвут на части. А если спеть, как вы поете? Нет, прям... спеть вряд ли, вот играем. Можно чуть-чуть хотя бы. Пожалуйста. Павлик, а ты подыграй. Не волнуйтесь, они не злые, они просто так выглядят, они очень добрые. Не выходь ты, реченька, с бережков крутых. Не топи мне стежок золотых. Когда мы ехали, мысли особо не возникало, просто было интересно поучаствовать в качестве жюри в этом проекте. Но так как мы все-таки лица мужского пола, больше надеялись, что будет много талантливых девушек. Что, в принципе, так и оказалось. Кастинг удался на 100%, даже не ожидал, что будет столько интересных, талантливых ребят. Единственному нежному бегу по полю снежному. Я почти поверил, на самом деле. Я тоже хотел сказать, что я поверил. Реально поверил, что... В анкете написано, что пишете стихи, да? Да, свои? Я пишу стихи свои. А песни свои. Вы свои пишете? Песни нет, но стихи да. На белорусской мове и на русском языке. А прочитать? А можете... Беларусь, моя родима, не знайсти мне край милей. Я тобою гонорусь. Век живи, и век видней. Девушка Саша пришла на наш проект для того, чтобы найти продюсера, и очень просила меня дать ей микрофон хотя бы на 30 секунд для того, чтобы сделать свое обращение. Дорогой продюсер, возьми меня, пожалуйста, к себе. Я так хочу, честно-честно. Я мечтаю танцевать, как волшебные русалки. Ты лети, голубок, под небесную высь. Лети, голубок, на все стороны. Теплотой так повеяло. Очень так душевно. Спасибо. И хотелось до конца дослушать песню, честно. Вот. И прямо такие детские годы своей жизни вспомнил. У каждого было что-то свое. Каждый что-то показывал свое. Какая-то изюминка, какая-то оригинальность. Однозначно это сложно находиться по ту сторону вот этого столика жюри, потому что, как правило, все-таки мы артисты и выходим на сцену именно исполнять что-то, а не судить, это всегда сложно. И не хочется, самое главное, не хочется никого обидеть, потому что люди, приходящие сюда, они в первую очередь хотят себя показать, какой-то момент самореализации, какое-то вот важное для них самих. И вот обидно будет, если их не выберут, и они опустят руки. Это ж не значит, что они плохие исполнители, это просто значит, что они не подошли, допустим, нам. Читай мои письма, пересмотри мои фото, невыносимые мысли, что с тобой рядом есть кто-то, есть кроме меня. Ну, а мне приятнее, что вы спели песню белорусской исполнительницы. Да, вот это пятерочка. Пускай счастливые часов не наблюдаю. Я помню белые обои, черная посуда. И вот он, новый талант на проекте «Поющие города». Аня, чего ты пришла на кастинг? Ну, вообще, меня мама попросила. Попросила или заставила?
Ну, можно сказать, что заставила, попрося. То есть это вот женщина, которая с ремнем стояла в дверном проеме, это твоя мама, да? Ну да. Сергей, главное, что по комплекции подходишь нашей песне. Первая мысль, которая пришла сразу, отлично впишешься. Я танцую как бы 6 лет, и вам хочу показать хореографический номер в исполнении эстрадного танца в стиле хип-хоп. Очень удивил танцор, пришедший на проект «Поющие города». То есть, в общем-то, это было достаточно нелогично, но в контексте, если мы будем набирать состав не из одного участника, как сольного вокалиста, а именно как, допустим, группу, то вполне почему вот, как бы, и балет туда тоже подойдет. Денис, скажи, это правда, что настоящему хорошему танцору ничего не мешает? Это совершенно правильно. То есть вот это многочисленное жюри тебе не помешало, нет, никак не смутило? Нет, мне это не помешало. Так просто, а чего ты перестал? Просто немножко сбился с движения. А что-нибудь более такое доступное для народа? Можно на русском языке? Знаете что, вам бы цыганские петь. Клево бы было. Спасибо. Андрей у нас любит Кимич очень такой вот цыганский. Подходящий. У ветернату полі все юки зламав. Він, як я у долі, щастя свого питав. Чисті пруди, застінчиві. Тебе 16 лет, смотрю по анкете. Понимаешь, какой дальний берег детства, когда у тебя еще детство-то не закончилось? Что-нибудь более позитивное, веселое. Странно слушать, когда парню 16 лет, он поет «Чистые пруды». Это уже, я считаю, песня человека, пожившего, много повидавшего. То есть, ему намного более подошло, что я хочу. Ну, что веселое такое, задорное, молодежное. Поэтому получше продумать репертуар, который вы представляете. Ходят кони над рекою, ищут кони водопою, но не для меня цветут сады, дали не роща расцветает. Заводное, зажигательное. Вот хочется, да. Вот поживее. Такая вот вы заулыбались, сразу как-то стало как-то приятнее, а то вот так уже грустно. Может, из сектора газа что-нибудь? Что-нибудь по шансону. Может. По шансону что-нибудь. Может. Плыви, кораблик мой, плыви. Погасли за кормой огни. Держите, Михаил, микрофон и рассказывайте о всех своих талантах. Почему именно вас должны выбрать? Я не знаю. Почему. А я буду пальцы загибать. Почему понравилось? Ну, может, артистизм. Так. Может, талант. Так. Может, голос. Так. Ну, больше. Внешние данные. Внешние данные. Пальцы, ветер, нежность. Тополиною растерял синего краю. Юрий, у вас такой пронзительный взгляд. Я смотрела, когда вы пели. Вы так каждого члена жюри буквально просканировали. Вот и сейчас тоже на меня так смотрите, прям мурашки даже бегают. Вы отрабатывали как-то этот взгляд свой? Ну, я не знаю, наверное, просто по гороскопу лев. Может быть, что-то вот это, потому что я знаю, что в этом даже не виноват. Я даже замечал, что когда я иногда прихожу, допустим, в магазин, ломаются кассовые аппараты. Но я это делаю не специально, я не со зла делаю, даже не думаю. Ну, это иногда бывает, но не всегда. Талант
талант и выхова готовы брать музыкальные рубежи ради победы в проекте «Поющая гора». Это интересный опыт. Все-таки мы достаточно уже много лет на сцене, и это, ну, такой очень нам знакомый мир. И вот хочется на это посмотреть еще со стороны, ну, как бы это кураторство, продюсирование, ну, как минимум создание какого-то образа на сцене не своего, а вот человека, которого нам дали, что-то из него вылепить. То есть это очень интересный опыт работы по другую сторону сцены, как бы из-за кулис. Учитывая специфичность проекта, что надо будет исполнять нашу песню, то есть какая-то часть участников сразу не попадает. Но я думаю, что придется подумать и выбрать, наверное, из 5-6 человек. Ну что, Быхов, хотим, не хотим, но в конкурсе придется участвовать. Поэтому надеемся на вашу поддержку. Звоните, голосуйте, мы постараемся сделать, чтобы все сделать для того, чтобы победить. Оль, скажи, а сложно быть звездой? Сложно, Сашенька, сложно. Не приведи Господь тебе появиться где-то на публике в ненадлежащем виде. Сразу все начинают злорадствовать. Но даже это не останавливает желающих дорваться до всенародной музыкальной славы. Кастинги проекта «Поющие города» продолжаются. Держись, Могилев, мы едем к тебе. Зеркальце мое не забудь.